Теремок ТВ представляет. Мусти и его друзья. Мышка-мама. Сегодня холодно и дождливо. Ничего страшного, подумал Мусти. Я просто останусь дома. Но скучать я не буду. Я поиграю на чердаке. Мусти сильно толкнул дверь обеими лапками, и она отворилась со скрипом. Он обожает играть на чердаке. В углу Мусти заметил большой деревянный сундук. Интересно, а что внутри? Если бы я смог хотя бы приподнять крышку, я бы узнал, что спрятано в этом сундуке. Крышку удалось поднять без усилий. Сундук оказался полон сокровищ, всевозможных старых вещей. О, этот барабан мне подарил дедушка. А это моя старая дудка. И плюшевый мишка. Раскраска. И папина шляпа. Очень старая и мягкая. Ну-ка, посмотрим, подойдет ли она мне. Мусти надел шляпу, и его голова целиком исчезла под ней. Похоже, шляпа ему пока велика. Мусти ничего не видит. Эй! Эй! Где я? О, в чем дело? Наверное, шляпа подойдет мне, когда я вырасту, решил Мусти. Мусти хотел положить шляпу в сундук и вдруг услышал какой-то писк. Пип! 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 Мусти посмотрел вокруг, и тут рядом с ним появилась мышка. «Мышонок!» – сказал Мусти. «Хочешь поиграть со мной?» «Я не могу! Я очень устала, и мне нужно немного поспать! А вообще-то, я не мышонок, я мышка!» «Ой, прости! Скажи, мышка, а где ты будешь спать?» «Ну, я бы с удовольствием поспала в этой шляпе, если ты не возражаешь!» «Конечно, нет! Можешь взять шляпу себе! Сладких снов, мышка! Я приду к тебе в гости завтра! Пока!» Мышка удобно устроилась на мягкой шляпе и скоро заснула. Мусти тоже лег спать, а во сне ему, наверное, приснилась его новая подруга-мышка. На следующее утро Мусти проснулся рано. Он сразу же вспомнил про мышку на чердаке. Внезапно Мусти остановился и от удивления широко открыл глаза, потому что увидел трех хорошеньких мышат, спящих на полях старой шляпы. Какие они милые! Мышка тоже так считает. Она очень горда и счастлива, потому что теперь она не просто мышка,
а мышка-мама –